Симферополя в Евпатории. И с правой стороны, 22 примерно километра от Симферополя, впервые в жизни я увидел, горело здесь виноградное поле. Почему? Тут же все такое, как бы не горючее. Оказывается, было не прополото, а сухая трава. И посмотрите, какое страшное зрелище. Это огромный страшный ущерб. По слову Божию, народ Божий сравнивается с виноградом. Насади виноград сей. Виноградную лозу Господь насадил, она распростерла ветви свои. Видите, все еще продолжает гореть. Я такой даже фильм как-то видел. Я попросил братья постановиться, посмотреть, погоревать вместе. Сколько вот это стоит столбов, на них натянуты, дальше все полностью пропало. Даже вокруг обведи, покажи. Это за бугром, где там кончается, еще дымится. Видно, что недавно это было. Вот так и человек. Нападает на него грех, испепеляет его блуд это или ересь какая, заблуждение, гнев, в пылу гнева, что попало сделать. И погибает душа. Вот так натравливает народы друг на друга. Даже православные между собой, русские и грузины, одной веры. А смотрите, какие беды происходят. Вот такое выжженное поле, все эти схинвали и прочее. Я не виновных еще, а просто говорю, как страшен грех. Вот это все вокруг одна зола. Видишь? Вот она. Под ней немножко там что-то осталось. Там немножко, немножко, где-то маленько зелень. Все погибло, ничего нету. Пусть Господь нас научит ценить виноградный Божий, чтобы сухая трава, старые грехи не оставались. Вот если бы старой травы здесь не было, его не зажжешь. Он один. Зеленые листья. Это же не сосна. Там смолы никакой нет. Так вот. Так, вот такие выводы нужно сделать. Вот она еще все коптит. Да сохранит нас Господь от всей истребляющего огня Божия, когда начнется суд Божий. И многие христиане, бывшие виноградом, никогда не войдут в Царствие Божие. Да не будет этого с нами. Аминь. Богу слава во веки. Аминь.